20 рабочих мест для жителей Кизлярского района. Именно столько специалистов требуется в открытый недавно филиал МФЦ в поселке Юбилейное. Центр начнет работу уже в январе следующего года и будет предоставлять услуги не только местному населению, но и всем жителям района. Обо всем этом говорили на заседании в местной администрации. О деятельности центра рассказал директор республиканского МФЦ Осман Хасбулатов. Кроме того, руководство муниципалитета особое внимание уделяет трудоустройству молодого поколения. Встреча организована была при содействии молодежного центра занятости «Успех» при Минтруда Республики. Говорили и о деятельности одного из крупнейших в Дагестане инвестпроектов «ДАК-агрокомплекс», который готов обеспечить сезонным заработком и постоянной работой специалистов сельского хозяйства.